Здравствуйте! Сегодня в меню фаршированный перец. Для этого нам понадобится нарубленный лук, фарш, томатная паста, растительное масло и рис. В сковороду наливаем растительное масло, ложим фарш, закрываем крышкой, тушим минут 5-10. Когда уйдет вода от фарша, добавляем лук и жарим на медленном огне. Добавляем специи по вкусу. Я добавила черный перец, соль. Немного пожарив, добавляем томатную пасту. Когда фарш будет готов, перемешиваем его с заранее отваренным рисом. Начинка готова. Фаршируем перцы. Вместо того, чтобы просто налить воду, я делаю зажарку. Поэтому в отдельную посуду я зажариваю томатную пасту, накладываю помидоры, наливаю воду и кипячу минут 5. Вода для фаршированных перцев готова. Варим на среднем огне до готовности. Приятного аппетита!